Помогают ли пасты и ополаскиватели от кровоточивости? Когда вы начинаете им пользоваться, может показаться, что да, воспаление становится меньше, кровит десна также меньше, и может показаться, что все наладилось. Что происходит на самом деле? А десна кровит, когда она воспалена. Воспалена она из-за налета, который располагается на поверхности зубов и обычно под десной, который мы не видим, но можем ощущать. И когда мы используем пасту либо ополаскиватель от кровоточивости, они убивают бактерий и снимают воспаление. Воспаление – это иммунитет, то есть иммунитет работает хуже, и процесс воспалительный идет глубже, а вам кажется, что ситуация улучшается. Тогда мы получаем прогрессирование заболевания, становится все еще хуже, при том, что визуально вроде как полегче. Такие препараты, там, ополаскиватели, пасты от кровоточивости могут помочь вот здесь и сейчас, если у вас сильно кровит десна, но в долгосрочной перспективе пользоваться ими не рекомендовано, так как ситуация будет усугубляться, то есть налет будет копиться дальше, воспаление будет еще больше, потому что вы иммунитет этими препаратами как бы забивается, он работает меньше, и так это у нас подвижность зубов и их выпадение. К сожалению, кость, которая теряется из-за воспаления, восстановлению не подлежит.